В рамках проекта «Новая школа» и акции «Моя будущая профессия» одинцовские депутаты-единороссы приняли участие в экскурсии по производственным цехам одного из предприятий в деревне Акулово. Мероприятие было организовано по предварительной договоренности с окружной торгово-промышленной палатой для группы школьников 9 классов Лесногородской школы. Для участников провели обязательный инструктаж по технике безопасности. И своими глазами экскурсанты смогли увидеть, как из сырья, проходя по некоторым производственным линиям, выпускается продукция, готовая к реализации.